Сондағы да жазын, отписка, отписка, без конца отписка. Оны кімге, кім жауап береді сонда? Енді прокуратураға жазсаңыз жауап берген шығарсыз. Отписка, отписка істейді. Потому что время сізде бір-біріңізді прикрываете. Даже мені талай маршруттан да түсіріп алды, талай гаймен көшеде провокациямен тоқтатып, ішіп алдың, шегіп алдың. Бір машина түйіп кеттің, адамға қағып кеттің мен талай апарды, талай қамады мен адам біреуіне кіре. Бәрінің видеосы бар, бәрінің операциясы бар. Ештеңіз келген жоқ. Неге осындай жағдай жалғаса еді? Мен сізді бірінші рет көріп отырмын, жаңа сіз сұрақ қойып отырсыз ғой. Тексерейік, жауап береміз. Жоқ, просто мен сіздің сотрудниктеріңіз олар, басқа ешкімде емес ол. Мен фотомен, видеомен, бәрімен доказать етемін, құдайға шүкір 21-ші ғасыр ғой, бәрі фиксируется. Неше рет мен автобустан түсіріп алып көшеде кетіп баратқанда өзімнің шаруам айтсам болады ғой, осы Ақтөбе қаласынан енді жарты миллионға астам енді одан көп шығар қалып тұрады, енді бәрі тексерілмейтін шығар, енді бір жоқ арыз бар шығар, басқа бірдеңе бар шығар, давайте қарайық, тексерейік. Жоқ, неге біз мысалға мен өз құқығыммен өзім как положен Қазақстанда свободно жүре алмаймын. Келе алады, келу құқым бар ғой, мүмкін емес. Біздің елде көп ұлтты ел свободно жүріңіз. Жоқ, бұл приказдың бәрі мен осы сіздің ДВД-ңыздан и КМБ-дан или местный акиматтан келеді бұл приказдың бәрі. Начальник, сізге айтамын тағы да. Просто мына беспределді қойыңыздар, тоқтатыңыздар мына беспределді. Бұның арты жақсы болмайды. Сразу айтайын, халықты ашуландырмаңыздар, халықпен диалогқа келіңіздер. Мына сотрудниктеріңіз каждый раз взяткамен, коррупциямен ұсталмады, Тоқаев, даже Тоқаев негативный президент айтқан, кім взяткамен попадает, увольняется, пускай начальник, пускай отставки подает. Вы пример подавайте. Отставки берсін, екі күннің бірінде сотрудниктеріңіз то взяткамен, то басқаны, любой беспределді, то арақ ішіп, то ДТП создавайте. Неше түрлі жағдайларды істеп жатыр. Информацияның бәрі открытый доступ, қазір толып тұр, ештеңе жасыра алмайды. Онда оқиға болған жақта біз ешқандай оны скрывать етіп отырған жоқпыз. Любой жағдайда біздің қылмыскерлер заң бұзып атса, біздің қылмыскерлер осындай бір қылмыс жасаса түрде. Тоқаев айтып тұр, кімде кімнің қарамағында жұмысшысы взяткамен или басқа бір беспределмен бір нарушениемен ұрлық болсын, ол разница жоқ. Любой немен қылмыспен ұсталатын болса, соның жергілікті бастығы бірінші отставкаға барады. Просто сіз пример көрсетіңіз деймін да мен сізге. Біз міне қанша қылмыстар болды 2009 жылдары, бір нарушылар, жанбұзушылықтар болса, непосредственно басшылары бәрі де орнынан босатылды. Жоқ, мен сізге айтайын, 2019 жылы дедік қой бар, тоғызыншы июнь айында даже мені келіп сутке қамап тастады адамның біреуіне, что выборға қатысып сол сотрудник атынан взяткамен ұсталғанда сіз неге сол уақытта, сіз сол начальник бар, сіз неге отставка етпедіңіз? Қай уақытта менде міне үш мыңнан доказать еді, бәрі бар деген үшін мен ете берсем, мына жерде күнде облыс департаментінің бастықтары айырбастана береді. Онда ол тоже мүмкін емес қой, енді сіз де қызықсыз. Ол жалпы сол қызметкердің басшысы непосредственно сол шығар айтып отырғансыз. Сіз просто түсініңіз, сіздің сұрағыңыз түсініп отырмыз. Заречный отдел болсын, ДВД болсын, сіз айтыңыз сотрудниктерге, біз қылмыскер емеспіз, біз қылмыс бұзып жатқан жоқпыз. Ана көшедегі педофил, ұрлық, криминалмен айналыссын, бізбен айналыспасын. Біздің мен каждый раз митинг болсын, какой-то мероприятие, отчет әкім болса менің үйімнің айналасын деп аңдудың қажеті жоқ. Бес машина, он машина, каждый день 200 сотрудниктен отырады. Менде миллион факты бар, видеосы бар. Ол басып тұрады. Здравствуйте, уважаемые земляки. Мы сами запишем. Ванды, антибиотика. Все, эфир, микрофон выключили. Вы видите, да, как? Отчет провели для галочки. Не хотят выслушать. У меня было два вопроса. Основных. Компания Сергек, вы послушайте, люди. Компания Сергек, одна из 28 компаний, выдворенных со территории США за шпионаж. Сервер компании Сергек находится в Астане. Ни одного казахстана, чисто китайцы. Они работают чисто на китайское правительство. Я не хочу, чтобы мной интересовалось китайское правительство. Я живу понятно. И я запрещаю снимать меня на эти Сергек компании. Наша страна работает на китайское правительство все-таки. Да? Лучше эти деньги на социальные нужды потратить.
Почему здесь идет отчет перед президентом, а не перед народом? Это не правоохранительный орган. Народа. Встреча проведена для формальности. Еще раз доказывать. Вот власть доказывает, что народ... Все политзаключенные сидят, те люди, которые хотят высказать свою правду. По Конституции Казахстана 20 глава говорит о свободе слова в Казахстане. И мы не можем выразить свое слово ни в каких органах. Сейчас что произошло? Сейчас начальник... Сейчас всех... начальник пригласил граждан города Актобе на встречу, чтобы люди задали ему вопросы и высказать свое мнение. Быстро-быстро отчитался, закрыл собрание и до свидания, получается. Демонстративно, люди, да. Демонстративно. Люди остались при своем и не смогли выразить свое мнение. Отключили микрофоны, да? Народ, да? Где эта правозащита у нас в Казахстане? Ну, ваше имя и фамилия. Роза Бекешева. Есть прямые эфиры, видят всех, кроме вас. Почему нас преследуют? Конституция, мы не нарушаем... За мной Годлевский, где господин Годлевский? Чтобы меня одного арестовали, 30 человек было задержано. Я за скорую нагуляю, по всему Ивану, и никто их не задерживает. Коррупционные, кто у нас по коррупции привлекается в первую очередь? Ну, Нуротан. Органы ваши 10 сотрудников, кстати, 170 сотрудников, которые избили в отделении полиции. Вы пригласили нас для встречи с вами, почему вы не хотите нас слушать? Почему сейчас встречи закрыты? Угнали тесты. Я обматерил человека, который не брал, нет на территории Казахстана такого человека. У нас в один день, давайте примем. В один день нас примите. Так, следуем. Ну, это прям как телохранитель, слушай, выталкивает аж. ЧП. А нам подойти даже уже нельзя, да? Вот смотрите, вот это вот крепкий мужчина выталкивает меня, даже подойти не дает. Ай-яй-яй. Вот таким вот образом закончился отчет начальника ДВД города Актобе. Там есть люди. Откройте страницу официально. Откройте в интернете. Все жалобы, миллион жалоб, деньги. По педофилу раз, по акиманту два. Я там сказал, хищение огромное. Все, акиму доложил. Нет, его жили этого акима. Поставили в рот. Колени. Я докажу. Один, говорите, что это? А здесь что, Алма, вы просто сдали, да? Вы просто сдали? Что? Записались на прием? Я не знаю, куда вы меня записали. На прием записали? Это нас тоже плюсик ставьте, у нас в один день, чтобы всех. Да? Давайте тогда, Васильевна, куда плюсик ставить? В одну компанию, да. А вы тоже записались на прием? Да. Вот. Ну, это же сказал, говорит, эта встреча проведена, вот как президент сказал, поручил вот это, а не для того, чтобы жалобы ваши выслушивать. Вот так оно и получилось.
Это где, когда было сказано? Вот я что-то пропустила? По-моему, этот председатель Совета ветеранов, он и сказал, говорит, вообще эта встреча проведена в рамках послания, да, в рамках послания президента для того, чтобы вы отчитались, а не для того, чтобы жалобы граждан выслушали. А, вот она что. Я доволен этим выступлением, и все, и до свидания. И вот на этом праздничной ноте завершился этот спектакль. Да. Но мы сейчас этот спектакль раскачаем по всему интернету. Нечего для галочки. Пусть отрабатывают на совесть.